Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня снова сели на проекте Mozilla Хулиплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной на втором сервачке. Но в этом ролике, дамы и господа, будет прям насыщенная серия, посвящена дальнобойщикам. То есть произошло много изменений в плане транспорта, в плане скина, в плане компании. То есть в этом ролике я вам все покажу, расскажу. Посмотрите видос от начала до конца, потому что он будет реально максимально просто интересный. И обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Покажите на этом ролике максимально просто активность. Я вам буду очень сильно благодарен. Ну а если ты планируешь зайти на Mozing, на любой сервачок, то не забывай то, что у меня есть свой промокод. Пишешь /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводишь промокод Полканов. За этот промокод ты получишь 350 тысяч. Тебе всего лишь нужно зайти на любой сервак, прокачать уровень, и ты получаешь свои бабки. Ну что ж, я предлагаю начинать данное видео, поэтому всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, я вас приветствую на этом замечательном видеоролике, в котором я вам расскажу изменения, которые произошли за некоторое время. Вы будете просто в шоке. Получается, через 4 дня будет 3 месяца, как я начал работать дальнобойщиком на втором сервачке с нуля. И я хочу вам рассказать успехи за это время, что я здесь играю. Просто 70-й скилл дальнобойщик. Я просто в шоке, потому что, ну как по мне, это максимально просто быстро. За 2 месяца с половиной я вкачал 70-й скилл, пацаны. Это максимально просто жестко. Я такого реально не ожидал. Это при том, пацаны, то, что я как бы особо не задротил. Бывало такое, то, что я просто там зашел часик покатал. Бывало там 2 часика. То есть, ну, я не катал там определенное время. То есть я катал всегда по-разному. И вот за такое вот короткое время я просто вкачал 70-й скилл, пацаны. То есть еще 30 скиллов и будет 100-й. И я на самом деле просто в шоке. Потому что, ну как-то для меня это все так быстро произошло. Вроде бы недавно у меня был там 54-й. И сейчас у меня реально уже 70-й. То есть получается была такая тема, пацаны, то что как бы я катал на магнуме, и пацаны катали на газонах. И я у пацанчика из нашей семьи попросил газон на третьем чипе. Я на нем покатал все выходные, и за выходные я вкачал 4 скилла, чтобы вы понимали. В итоге он как бы у меня этот потом газон забрал, и по итогу я остаюсь с магнумом, да, обратно. И я, блядь, такой с магнумом просто сижу, покатал. После газона такой, блядь, ну это хуйня, типа. Ну реально, когда ты поездил на газоне третий чип, и ты садишься просто на магнум с первым чипом, ну это, пацаны, реально жестко. То есть просто, ну, когда ты привыкаешь, знаете, там, за выходные, ты покатал пару дней, примерно 10 часов ты покатал на газоне с третьим чипом, и ты просто пересаживаешься на машину, которая, во-первых, тяжелая, во-вторых, там есть прицеп, и в-третьих, она едет на 40 километров меньше. И я сначала хотел продать магнум, получается, я выставил на продажу. По итогу я взял деньги нашего пацанчика с Фомы, у Вани, и купил себе вот такой вот газончик. Этот газон мой. Но здесь нету третьего чипа, здесь второй чип нитро номера. То есть я его купил за 44 миллиона. Так, смотрим, да, целка убита, потому что я катался вчера, как бы, да, этот газон был, как бы, у многих из нашей Фомы, на самом деле, там, то есть этот газон ходил по рукам так нормально, и в итоге он оказался у меня. Да, я знаю то, что я говорил, то, что, типа, газон это хуйня, там, туда-сюда, но поработав на нем 2 дня, я просто увидел разницу, понимаете? Допустим, на магнуме я там могу в день делать, там, 50 рейсов, да, на газоне я в день делаю 100-150 рейсов. А даже бывает 170 рейсов. Понимаете разницу просто? Ну реально, разница в 3 раза. То есть на магнуме я не могу за день сделать там 100-150 рейсов. Не, ну в принципе это реально, но это придется очень много работать. То есть на газоне я там поработаю 5 часов, и за 5 часов я сделаю спокойно 100 рейсов. А на магнуме такого, пацаны, не получится реально. Магнум я не продал, и продавать не буду. Поэтому можете не переживать, он будет появляться. То есть у меня теперь будет и газон, и магнум, пацаны. Те, кто любят магнумы, как бы магнум тоже будет появляться в кадре. Да, я бы мог сюда там третий чип купить там за 55 миллионов, его продают, я видел. Короче, Америкос, как бы, он продал недавно магнум, такой же, как у меня, только третий чип. То есть там было
получается, нитро, гидравлика, неон, третий чип. И он его продал за 55 лямов. То есть, за 55 лямов можно взять уже готовый магнум, понимаете? А смысл мне на этот магнум ставить третий чип за 55 миллионов, если я могу за эти деньги купить уже готовый магнум, такой же самый, как у меня. То есть, пацаны, во-первых, у меня нету бабок, у меня нету 55 лямов, как бы газон уже полностью мой, я уже за него бабки отдал. Кто был на стриме, то тоже, в принципе, в курсе, каким образом это все получилось. Я сам охуел, на самом деле. Ну, короче, кто был на стриме, тот знает. Можете еще написать в комментариях. Там летом чипы стоили по 25 миллионов, да, это было нормально. Но сейчас, как бы, цены на магнум упали, и магнум можно, как бы, купить, получается, очень-очень дешево. Короче, все, что надо есть, кроме чипа и аудио. Но аудиосистему, как бы, я не особо слушаю, поэтому мне она здесь как бы и не нужна. Поэтому, надеюсь, пацаны, вы не сильно будете там обижаться, то что вот, ебать, предал магнум, ебать, недальнобойщик там, знаете. Ну, магнум останется, пацаны, я его продавать не буду. И время от времени я на нем буду ездить. Просто я еще газон взял не для того, чтобы там бабки фармить, там скилл качать. Просто у нас как бы есть еще, пацаны, транспортная компания, понимаете, которой мы занимаемся. На магнуме я не могу сделать хорошую конкуренцию, допустим, потому что там другие компании, они все почти катают на газонах третий чип нитро. Давайте вообще прокатимся, я вам покажу, что такое это второй чип газон. То есть, честно, как бы я катал на газоне третий чип, то есть я на нем катал там несколько дней, и я вот пересел, допустим, на газон второй чип нитро. Честно, я разницу особо не видел, потому что на газоне третий чип ты не всегда едешь 200. То есть, у этого газона, у моего, максималка со вторым чипом 183 километра, а у газона с третьим чипом максималка 204 километра. То есть, разница там 20 километров, да? Но, пацаны, вы не всегда будете на третьем чипе ехать 200, понимаете? Вы там едете 180-170. Примерно вот такая вот у вас скорость. Поэтому, блядь, переплачивать, я так посидел, подумал, блядь, а реально нахуя переплачивать, типа, за третий чип, если на втором разницы особо нету. То есть, я там катался с третьим чипом, газоном. Впереди меня едет там, ну, на корпус, на 2, вот так вот. Там разница буквально, там, если с места стартовать, разница буквально там будет 20 метров друг от друга. То есть разницы там особо огромной просто нету, понимаете? Я бы не сказал, что третий чип газон сильно доминирует между вторым чипом. Сейчас поедем к компании, я вам, в принципе, расскажу, потому что с компанией произошли просто пиздец какие изменения, на самом деле, как бы там все просто поменялось. На данный момент, пацаны, наша цель накопить 200, получается, наград. Да. Как бы вы скажете, нихуя себе, ебать, 200 наград. Ага, это примерно 250 миллионов вы получите. Давайте я вам покажу наши успехи. У нас уже 148 наград. Как бы, да, неплохо, потому что у нас, как бы, новые премии, и пацаны к нам идут, работают. Что, пацаны, вообще по итогу мы сделали? Получается, у нас теперь новая система премий, которая максимально просто выгодная. Раньше мы, короче, платили, там, допустим, ты накатал 100 тысяч и получаешь 700 тысяч. То есть это для личек именно. Если ты натыкаешь там магнуме катаешь, то ты накатываешь 100 тысяч, получаешь 300 тысяч. Как бы личкам всегда платят больше. Я думаю, вы это понимаете. Я вам сейчас на экране как бы покажу, сколько у нас вообще там выплат, ебать, сколько у нас людей там катает. Но вы реально подвалите. У нас есть специальная беседа, в которую все как бы скидывают, в том числе и я, на премию. Вот, допустим, вы накатали там 100 тысяч, неважно, вы можете не за день накатывать, можете за день ебать, можете не за день. Некоторые там вообще за день ебать 4 выплаты успевают забрать, прикиньте. Это реально максимально просто жестко. У нас процент, если что, 5, то есть 5% стоит, не один. Ну, на 5% можно накатать 100 тысяч вообще спокойно, даже если у вас маленький скилл. А я вот, допустим, у меня 70 скилл, я могу за день накатать 200 тысяч. Вообще не напрягаясь, у вас как бы на экране, в принципе, все есть, как бы, все доказательства. Поэтому, кто желает, можете приходить в компанию. Ну, реально, у нас просто много пацанов работает на личках, они зарабатывают хорошие бабки, как бы. У нас нормальные все пацаны, хорошие отношения друг к другу. Если у вас нету лички, пацаны, можете тоже к нам приходить, как бы, у нас есть 10 магнумов. Поэтому, никого, как бы, не обидим. То есть, можете, как бы, брать магнумы, можете катать, можете заправляться. То есть, у нас максимально просто комфортные условия в компании, поэтому, кто желает, можете реально приходить у нас работать. Вы реально не пожелаете. То есть, ну, особо сейчас конкуренции на самом деле нету. Раньше наши конкуренты это были сдеки, но сейчас, как я понял, у них нету времени, либо желания, как бы, поэтому, как бы, они вообще толком не работают.
Да, они там что-то катают. Поэтому, как бы у нас раньше премия была 100 тысяч катал, 700 получаешь. Но из-за того, что нету конкуренции, Максим как бы порезал премии до 500 тысяч, потому что, ну, ему невыгодно будет платить больше. Потому что сейчас нету конкуренции, по сути, АФК как бы награды, поэтому платить там 700 тысяч ему как бы невыгодно, поэтому он премию порезал. Понимаете, раньше он платил за 100 тысяч 700. Это было на протяжении, наверное, 2 недель, но это реально было очень выгодно. Ну и сейчас, в принципе, у нас тоже самые выгодные премии, то есть сотку накатал, 500 тысяч получаешь. Ну что ж, пацанчики, я предлагаю нам поехать, еще пару рейсиков катнуть. Я вам, в принципе, все рассказал, как бы, насчет скилла рассказал, насчет газона рассказал. Вообще, в моих планах, пацаны, это получается вкачать 100-й скилл до мая месяца. Чтобы уже в мае месяце у меня был 100-й скилл. То есть это реально возможно, тем более на газоне, я думаю, это вообще прям 100% реально сделать. То есть я говорил на стриме, то что вот, допустим, Магнум, да, он охуенный, я не спорю, он прям атмосферный, знаете. Если вы хотите именно атмосферу получить, то, конечно же, берите Магнум. Но если вы хотите максимально быстро прокачать скилл, получается, заработать бабок, то берите, конечно же, газон. На Магнуме, честно, я устаю. Если бы я вот так на Магнуме катал бы там 5 часов, я бы реально подзаебался, потому что, ну, он тяжелый, это во-первых. Во-вторых, прицеп там бывает улетает, с ним бывают всякие проблемы, там он застряет. То есть, а здесь ты просто взял рейс, взял меточку и поехал. То есть, на газоне намного комфортнее работать. Но... Магнум тоже пиздатый, пацаны. Я его продавать не буду, я его оставлю себе и все равно на нем буду периодически работать. Поэтому он никуда пропадать не будет. Я буду и на газоне работать, и на Магнуме, поэтому все будет красиво, реально. Опа, братанчик, ебать. На базу, чиназес. Как бы я не хочу реально никого обидеть, я как бы знаю то, что я говорил, то, что Магнум, ебать, One Love, ебать, газон, хуйня. Но, пацаны, будем как бы реалистами. Не то, что я, знаете, просто вот, ебать, вот стукнуло мне в голову, все, хочу газон, ебать. Нет, такого не было. Я покатал на газоне, я посмотрел разницу, и разница просто ебанутая, реально. Я сравнил просто, как я на Магнуме работаю, и как я работал на газоне. Ну, разница реально в 2-3 раза, пацаны. Как бы я и скилл быстро качаю, я в день накатываю там на руки себе там 2-3 миллиона. Я не просто так пересел на газон, я пересел на газон, потому что я понял то, что это выгодней. Но я повторюсь, пацаны, газон это именно для заработка, и для того, чтобы качать скилл. Магнум это для души, для атмосферы. О, 70-й скиллочек, пацаны. Чиназес. Чина, ебать, на базу. 70-й, прикиньте, ебать, взял нахуй. Нихуя себе. Нихуя себе, братанчик, да? Нихуя себе. Ой-ой-ой. Извиняюсь, братуш. Ебать, я думаю, что за каракатица летит, нахуй. Ты шо? Я аж испугался, нахуй. Короче, этот, что я хотел сказать. Во, разница по цене, пацаны. Магнум, второй чип, нитро, можно купить за 23-25 миллионов. А вот, допустим, тот же самый газон можно купить там за 40-45 миллионов. Поэтому, как бы, да, разница есть, пацаны. Но... Но. Получается, Магнум со вторым чипом едет 166. То есть второй чип ему прибавляет всего лишь 6 километров, пацаны. А газону второй чип прибавляет 20 километров. Поэтому вот как-то так, пацаны. То есть раньше газонов было реально мало. Потому что они были медленные, неповоротливые такие, ебать. Жабы чисто были такие, блядь, жаба, сука. Такая... Каракатица чисто, ну. Раньше Магнум был типа имбовый, и газоны никто не покупал. Их тупо в воз сливали, нахуй, и все. А когда его пофиксили, когда он с третьим чипом стал ехать 204, ебать, тогда, конечно, да. Уже Магнумы не такие уже, знаете, востребованные. Ну что ж, дамы и господа, я на этом буду заканчивать. Я вам все подробно объяснил, рассказал, показал. Надеюсь, то, что вам это видео реально понравится, потому что, ну, в этом видео было просто все. Видео реально получилось максимально насыщенное, максимально просто интересное. И тем более, давно не было будни дальнобойщика, поэтому, если вы соскучились, если вы хотите, чтобы будни дальнобойщика выходили почаще, тем более у нас есть, пацаны, теперь две машины, понимаете? У нас есть теперь и газон, и магнум. То есть можно там чередовать каким-то образом. Покажите реально максимальную активность, покажите реально поддержку. Пишите свое мнение в комментариях, я все комментарии читаю. Кто желает, можете приходить ко мне на второй сервачок, буду всех ждать. Могу вас принять в семью, в компанию. То есть помогу, чем смогу, будет реально все красиво. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.